Добрый день, уважаемые зрители, с вами доктор Константин. Сегодня тема лекции, следующая — нервозность. Итак, мы знаем, что за нервы в нашем организме отвечает центральная нервная система. И, конечно же, очень многие люди у нас, вы знаете, частенько говорят, все болезни от нервов. Другие говорят, все болезни от головы. Третьи там говорят, все болезни от того, что мы живем в такой стране. Четвертые говорят, все болезни от стресса. Пятые говорят, все болезни от того, что врачи не умеют лечить. Но, как ни странно звучит, нервная система у нас везде. Нерв находится везде. И отчасти люди правы, что все наши болезни от нервов. Но тут нужно задать ключевой вопрос человеку, а как он вообще умеет контролировать свои нервы? Если нет, то, пожалуйста, научитесь сначала хотя бы контролировать свою центральную нервную систему, либо нервную систему на те или иные жизненные ситуации, которые являются неотъемлемой частью нашей жизни. Никуда мы не денемся от этого. Только кто-то воспринимает это агрессивно, кто-то воспринимает информацию депрессивно, кто-то уныло, кто-то кого-то это раздражает, третьего. И так человек, не замечая, постепенно воспринимает эту информацию, потом смотрит, что через 5-10 лет он уже, знаете, не может воспринять эту информацию по-другому. И вследствие этого у него начинается нервозность. Что такое? Чем еще может быть обусловлена нервозность? Очень многими заболеваниями, особенно желудочно-кишечного тракта. Очень многие люди. Нервозность частенько у женщин развивается, женщины знают, предменструальный период. Частенько они психуют, выходят из себя, им надо понервничать, чтобы эта энергетика вышла. Хотя обратите внимание на свои почки, вы перестанете быть нервозным перед менструацией. Мы коснемся этой точки отдельно. Итак, это нехватка витаминов, минералов, некоторые говорят, слабый иммунитет у человека. Это стрессовая ситуация на сегодняшний день. Это банальное недосыпание у человека. И, конечно же, постоянное физическое переутомление. Вот человек не может восстановиться. По-другому мы скажем, частенько вот приходят ко мне люди на диагностику, проконсультируешь человека и говоришь, вы знаете, вы не умеете расслабляться. Он говорит, да, знаете, я не знаю. Я говорю, вы знаете, это 99% населения земного шара не знает, что такое расслабиться. Они не могут расслабиться, они не могут отвлечься, они не могут бросить все, забить на все, пойти, допустим, в поход, либо пойти отдохнуть где-нибудь, либо посидеть просто хотя бы, посмотреть тот ручеек, посмотреть хотя бы, как летают чайки. Отвлечься. Просто человек должен куда-то свое сознание отвлечь. Он не может. Он не знает, что такое. Почему? Потому что он всю жизнь воспитывал себя. Я сам, я сильный, я все смогу. Там работа, да. А потом наступает ключевой момент, когда нервы что? Не выдерживают. Они накопили эту информацию, а выбросить человек не может. Итак, что может нам все-таки помочь акупунктура? Прежде всего, диагностика 12 меридианов обязательно. Почему? Вот вы знаете, когда не хватает той нужной энергии для гармоничной жизни, в нашей с вами жизни, все 12 меридианов то ли воспалены, они хотят выбросить эту накопленную энергию, то ли они слабы. Нужно дать эту энергетику. А мы знаем, что точка F4, мало то, что она активизирует иньские меридианы, но еще влияет на иньскую энергетику. Вот вам, пожалуйста. Конечно, страдает что в нервозности? Наш с вами дух. Мы знаем, что печень отвечает за дух. Вот вам, пожалуйста. Мы знаем, мы сказали, что болезнь желудочно-кишечного тракта, также данная точка поможет нам восстановить в случае нервозности, так как она контролирует весь желудочно-кишечный тракт. И печень контролирует у нас кишечники. Мы не коснулись одной из самых важных деталей. От чего может быть нервозность? От того, что человек несчастлив. Он не знает, что такое счастье. Он ни разу не пребывал в нем. Он ни разу не испытывал это счастье. А может, испытывал, но это было очень, скажем так, быстро, и человек даже не смог познакомиться с этой энергией счастливой. Потому тут надо обращать внимание, конечно, и искать свое счастье, быть счастливым. Простым человеческим счастьем. У нас люди многие этого не умеют. И ваш дух, и ваше состояние духа поможет вам стать счастливым человеком. И точка F4, мы уже знаем, Джунфэнь, в ней что? Собирается вся энергия меридиана печени, который отвечает за наш дух. Если вы приуныли духом, пожалуйста, данная точка вам в помощь. Если несчастье за несчастьем вас сопровождает, данная точка вам в помощь. Она может и не решить все проблемы, но будет точкой опоры вашей веры, воли, где вы начнете заводить эту точку массажными простыми профилактическими движениями. И пусть будете по чуть-чуть изменять свой дух в хорошую сторону, в лучшую сторону, потому что человек создан по образу и подобию Божьему,
Также меридианы созданы по образу и подобию Божьему. Ну, а мы знаем, что Господь Бог есть что? Любовь. Вот данная точка вам в помощь. И помните, любовь — это не только слепая, это еще созидательная сила, которая созидает, но ни в коем разе не разрушает. Поэтому данная точка вам, что в созидании ваших крепких нервов и счастливой жизни. Спасибо за внимание.